Жители Тувы оплатили покупки картами МИР в прошлом месяце на 21 миллион рублей. С 1 июля этого года все банкоматы и платежные терминалы России начали принимать карты МИР. Кроме того, с начала июля практически все работники бюджетной сферы, пенсионеры начали приходить на карты национальной платежной системы. С их переходом в Туве возросло число транзакций с использованием данных карт. Если в первом полугодии текущего года жители региона рассчитались картами МИР за товары и услуги более 10 тысяч раз, то уже в июле около 20 тысяч раз, а в августе 40 тысяч. Сегодня можно уже констатировать, что количество транзакций растет, причем растет достаточно быстрыми темпами каждый месяц. Вот. Ну, это может однозначно свидетельствовать о том, что карты МИР оказались очень удобным средством для расчетов как для бюджетников, так и для пенсионеров. Ну и еще дополнительным плюсом нашей карты МИР является то, что эти карты принимаются к обслуживанию в любом банкомате и в любой торговой организации платежных терминалов нашей республики. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 57 рублей 53 копеек, а евро 68 рублей 58 копеек.